Всем привет, с вами Артем, вы смотрите YablokTube, и сегодня я расскажу вам о довольно интересном твике под названием Unlocker. Это расширение позволяет задать необычный способ для разблокировки вашего iDevice. Твик предлагает своего рода графический пароль. При нажатии на специальную кнопку на заблокированном экране отобразится 4 сектора. Чтобы устройство было разблокировано, нужно в правильном порядке определенное количество раз нажать на эти сектора. В настройках твика вы можете выбрать, какое количество нажатий необходимо, а также сменить пароль. Теперь для перехода к рабочему столу нужно повторить соответствующее нажатие. Если нажатие выполнено неправильно, твик проинформирует об этом. Единственное упущение разработчика в том, что твик пропускает через камеру без ввода пароля. Jailbreak расширение Unlocker доступно в стандартном репозитории Big Boss по цене $99. Не забывайте делиться вашим мнением и комментариями под видео, оставлять лайки, а также добавлять ролики в избранное. С вами был Артем, специально для YablokTube. Пока!